со своей точки зрения скажу. Мне бы, по крайней мере, очень хотелось, чтобы это было только начало. Я очень люблю свою страну, и мне очень нравилось жить в СССР. Я вот говорил о фонтане дружбы народов, и присоединение Крыма – это вот как раз такое хорошее начало, я думаю. Начало положено, я думаю, если будем стараться, у нас все получится. Мы великая и сильная страна.